И всем привет, ребята, меня зовут Дима, и я сегодня буду играть со своим другом Лёва. Привет! В режиме Ярангель, это классический режим, да, от первого лица. Ну, не будем ничего терять, готовьтесь к просмотру, а мы погнали, да-да. Да, пизда. Так, мы уже готовимся к матчу, да-да-да. Нужно подождать 35 секунд. Так, мы уже в самолете, пиздёмся, ну, катаемся. Так. Я буду следовать за тобой. Да, хорошо. Вылетаем с самолета. О, май гад, а ты чё? Ты чё так следишь? Я буду следовать за тобой. Мне что-то карта маленькая стала. Ничего не вижу ней. Так, лети за мной. Видишь меня? Да. Ну тогда окей. 130 метров. Поверните налево. Мужики налево не едут. Это девочки. Мы направо. Погнали направо. Так, блин, нам еще долго. А, мы как раз в школу. Ну ладно. Летим на вышке. Да, я потихоньку лечу. Я долетаю. Я тоже. Такой полет красивый. Ёпта, ты куда уехал? Я желтый. Ну да, ты желтый. А я синий. Очень редко играю от первого лица, но не привык я. О, здесь очень много лута, кстати. Да. Непривычно играть от первого лица. Я тоже мало играл в этом. Ну как-то побыстрее бегаю, что ли, не понятно. Да. Так, я с дробовиком бегаю, как этот охотник. Зря я сказал, что много лута. Не, у меня здесь было 4. О, эмочка, да. Так, на эмочку положим. А, у меня 8x. Тебе 8x? Да. Если найдешь, пожалуйста. Здесь кто-то уже ходит. О, привет. О, привет! Пожалуйста. Давай, перезарядка. Все, вырубил. Хорошо. Ну, не маленько. Это был 100% бот. Классно смотреть, когда автомат перезаряжается, и это Да. И очень, ну, как бы очень реалистично выглядит автомат так бегать. Так. Залезай. О, чувак. Где? 60. Блин, я не могу с этого чёртова автомата. Все, вырубился. Это тоже вроде был бот. А еще оставлю канал, да, Лёва. Он снимает там качественный контент. Переходите по ссылке, подписывайтесь и смотрите видосы. О, вася зеленая, это так четко. Так, садись в тачку. Посадился. Погнали в зону. Лёва, помогает тебе или нет? Вот в чем. Поднимай. Я глушитель теперь. Классно. Ну да, я крутой. Блин. Так, давай быстрее. Здесь еще один из нашей команды умирает. Ну, это уже ему никто не поможет. Все, давай лечись быстрее. Давай, садись. О май гад. Я это заснял. Давай, садись. Так, знаете, такая прикольная. Нам надо в зону, да. Я как-то забыл, что мы... На мост я поставил под желтый. Вижу. Желтый. Так. О, мой. Что-то тачкой носит. Нужно шины поменять. Ой. Полет нормальный. Ой. 5 минут полет. Едем. Дропом. Ай-яй-яй, нас колбасит, Быстрее. Быстрее, но...
Блин! Как-то так в одно дерево, которое здесь росло, и в него я... Оно очень быстро идет, ты видишь, да? Это очень страшно. Ну куда уже на мост? Ну, нужно плыть же. Уже лучше в зону идти. Нам нужно плыть будет. Понимаешь? А. Лучше на мост проехать. Давай заправимся. Стой, заправимся. Давай, заправляй. Блин, нам нужно... Как-то не продумали сначала, ну ничего. Да. Погнали, на мост. Погнали. На желтую точку. Погнали. Погоди, здесь дома. Так, нам иногда на дорогу. Вот она. Попробуй не перевернуться, пожалуйста. Постараюсь, конечно. Давай, чуть за нужно заехать. Едь. Нормально пока что. Так, быстрее, уже много хп снесло. Фу! Хорошо. Все продумали, ничего так. Немножко пострадали. Может кто-то быть? Мы можем засесть на мост. Нет, уже никто не едет, хоть и будет. Едем. Это кто-то бомба? А нет, это кто-то пилосик идет. Ладно, валим. Самую зону, потому что у нас 40-33, короче, несколько секунд. Вот, умай. Чтобы не перевернулись. Нормально, отлично. Так, давай. Музыку можно ставить такую. Бум. Давай здесь сядем. Дальше. В зону. Лучше. Эти домики на дороге. Так... А лучше на горе здесь. Тут будет все кругом видно. Погоди. На гору? Там давай же... Давай центр зоны тогда. Да. Лучше уже... Где-то. У зону. Немножко туда как-то. Вот здесь на горе. Шикарно. Останови. Есть. Нас здесь очень будет заметно. О, airdrop. Ну, на него можно смотреть. Кто-то прибежит. Ой. У нас уже пуляют. Ой, блин, не стреляйте. Мы же... Это... Палимся. Так. Я никого не вижу. Можно было встать. Где? На какой? Может, умеет стреляет. А. Вижу. Где? Один раз попал. Где? Скажи. Блин. Да, вижу. Блин. Как это? Да блин. О, молодец. Вырубили. Все хорошо. Один раз попал, у него очень было мало хп. Наш тиммейт вырубил, но ничего не... Еще один бежит. Там же? Да блин, в дом забегает на Е. А я вижу. Какое... Он сюда бежит. Там. А, давай. Ворбель, все, хорошо. У меня 3. Ну я помогаю, блин, мне убивает. Тебя? 7. Ого. 4 живых, мы 3, еще один где-то человек. Не, ну это нам первое место. Да, это топ-1. Ну если он профессионал, то нам хана, но это... Ага. Все, мы победили, ура! Ну да, ребята, мы на первом месте. И на этом уже мы будем заканчивать. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Да. Подпишитесь, пожалуйста, на канал мой и Лёва, да. Ну, на мой Лёва, да. Поставьте лайк, а мы на этом уже будем прощаться. До скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока-пока.